Этот парк вырубили под строительство Северного дублюра. Второй вот участок у нас здесь, место, где можно тоже отдохнуть, это роща. Здесь вот эта прекрасная аллея. Мы здесь все время летом даже гуляли. У нас есть представители каких-то компаний, где можно спокойно детям поиграть в условиях города. Значит, да, он тоже теперь попадет под топор. Нам говорят, что Северный дублер там чего-то улучшит, экологию. Как он улучшит, если мы теряем зеленые зоны? Говорят, мы поставим шумовые экраны, там окна вам сделаем, там какие-то новые. А во дворе кто защитит наше место жизни? Да, во дворе, вокруг, в соседнем сквере. Все это мы, к сожалению, решаемся из-за Северного дублера. Кроме того, надо понимать, что обещали сначала в генеральном плане, что будет продление улицы Ивана Франко соединить с Герасима Курина. Такой проект улучшил бы действительно транспортную доступность района. И как бы это такой дублер для жителей. Да? Вот мы, чтобы не выезжать на Кутузовский, мы бы ездили между своими кварталами по улицам. Но вместо этого, вместо дублера для жителей, который действительно бы помог и не нарушил бы нашу окружающую среду, но помог бы нам ездить по району, делают дублер для элиты, которая будет здесь за 500 рублей приезжать к себе на дачу там из Москва-Сити за счет, так сказать, по нашим головам, да, за счет наших районов. Вот. И где здесь, да, какой-то выгода для города? Это ясно. Дорога строится для элиты.